20 июня в актовом зале профессионального педагогического колледжа состоялась публичная защита выпускных квалификационных работ студентов школьного отделения. По словам руководства колледжа, защита дипломных работ в таком формате на базе учреждения проводится впервые. В состав комиссии вошли представители городского и районного управления образования и директора школ как непосредственные работодатели. Особенно важно никогда во время рассматривания детских сочинений не делать замечания об опрятности, о постройке предложений, о логике. И некоторые трудности, которые дети будут испытывать при написании сочинений, учитель должен взять на себя, а затем постепенно передавать заботу об этом детям. А далее в этой главе раскрывается психолого-педагогическая сущность, понятие творческие способности, творческая деятельность младших школьников. Сущность данных понятий рассматривается в работах Львова, Гилфорда, Осборна и Скаткина. Организаторами проведения в таком формате мероприятия стали заместитель директора по научно-методической работе Сабрина Айдиева и заместитель директора по учебно-научной работе Казим Мусаев, которые пожелали выпускникам терпения, выдержки и удачи. Защита выпускной квалификационной работы – это обязательное испытание, которое включено в итоговую аттестацию всех выпускников, завершающих обучение. Цель данной работы – определить наиболее эффективные методы использования дидактических игр на уроках математики с целью формирования у детей математических представлений. Проблема исследования. Каким образом использовать дидактические игры с целью формирования у детей математических представлений. Объект исследования. Применение дидактических игр и их влияние на процесс обучения младших школьников на уроках математики. Предметом исследования выступают дидактические игры как способ обучения при развитии математических представлений младших школьников. Гипотеза данной работы. Если на уроках математики использовать дидактические игры, то математические представления будут формироваться у детей более продуктивно, так как дидактическая игра вносит разнообразие в учебную деятельность детей. Работа состоит из введения двух глав, списка использованных источников, заключения и приложения. Около 40 выпускникам предстояло перед комиссией и приглашенными директорами школ продемонстрировать знания и навыки, полученные в течение 4 лет в стенах педагогического колледжа. Все студенты готовятся к этому дню долго и кропотливо, вкладывая в свой выпускной проект немало сил. Главная цель каждого выпускника – достойно и на высоком уровне пройти последние испытания на пути получения заветного документа об окончании колледжа. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».